Приветствуем в Лас-Вегасе. Не успела прилететь в Америку, уже в Лас-Вегасе. А завтра будем еще где-то. А в Лас-Вегасе будет классный шар. Этот объект, который вы видите, называется сфера. Но о нем в конце фильма. Welcome to Las Vegas, state Nevada. Останавливаемся на одной из бензозаправок и заходим в магазин, чтобы купить чашечку кофе и что-нибудь небольшое перекусить. You want a tequila tonight? Tequila? Alien tequila. Karma keeps me cautious, and bourbon keeps me brave. And just a little too honest to believe that I am safe. Сейчас немного о том, как выглядит Лас-Вегас с проездом на автомашине в понедельник ночью. Мы с Анжеликой катим по Лас-Вегасу. Собираемся проехаться по стрипу и показать вам, что делает Лас-Вегас в понедельник вечером. Las Vegas is a gambling town. Come in and lay your money down. We'll buy you booze and breakfast too. We always win. We never lose. Лас-Вегас является одним из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса. Он известен как игорными залами, так и стрипом и веселой ночной жизнью. Лас-Вегас! Ну что ж, по стрипу проехали, теперь давайте поищем сферу. Сфера Лас-Вегаса – крупнейшая в мире сферическая конструкция и чудо инженерной мысли. Массивная сферическая площадка стоимостью 2,3 миллиарда долларов высотой 111 метров освещает горизонт Лас-Вегаса. Внутри сфера может вместить до 20 тысяч стоячих мест. Сидячих мест 18 600. Очень красивый рисунок сегодня. Сфера предлагает захватывающие впечатления от просмотра кино и представлений. Действия на сцене поддерживаются светодиодным экраном, который окружает публику. В сфере проходят захватывающие кинематографические шоу. Мультисенсорный опыт с собственной погодой и сидениями позволяет вам почувствовать каждый момент.
Новое шоу, которое сейчас проходит в Лас-Вегасе, «Открытки с Земли». Это самый простой способ познакомиться со сферой. Это настоящий 4D-фильм с имитацией объемного звука, ветра и запахов. Здесь есть сцены сильного шторма с громким громом и вибрацией сидений. Сфера имеет 9 уровней, включая цокольный, где расположен VIP-клуб. Всего в отеле 23 люкса на 3-м и 5-м этажах. Интерьер сфера оснащен круговым светодиодным экраном с самым высоким разрешением в мире. Is just wow. Well, hello, ladies. В отеле «Сфера» Лас-Вегаса имеется ряд помещений для проведения мероприятий, которые можно взять в аренду. Самая крупная из которых способна вместить 17 500 гостей. Вера так нас впечатлила, что мы решили с Анжеликой вернуться в Лас-Вегас и обязательно пойти на один из грандиозных шоу. Уже довольно поздно, и мы с Анжеликой решаем покинуть Лас-Вегас. Нам сегодня нужно проехать еще небольшой кусочек по штату Аризона и оказаться в штате Юта, где мы собираемся посетить прекраснейший национальный парк Зион. Подписывайтесь на мой канал и смотрите удивительные видео. Парк просто потрясающий. Мы находимся в женской тюрьме. Вернее, не женская, а в тюрьме женская. Девственница. Пытаюсь танцевать. С вами была Зажигалочка.